Дорогие ребята, я вас всех поздравляю с тем, что ваш детский сад, которому сегодня исполняется 50 лет, получил новый фонтан на день рождения. Это, знаете, такой подарок не всем дарят и не всегда. Я уверен, что этот фонтан будет работать и радовать долгие годы. Воспитанников вы вырастите, будете учиться и, возможно, заходить сюда для того, чтобы вспомнить свои годы, которые вы провели здесь, в детском саду. У вас один из самых замечательных садиков, у вас самые замечательные педагоги, и мне очень приятно сделать сегодня для вас этот небольшой подарок. Ждем от тех людей, которые реализовывали этот проект, что он все-таки сегодня заработает и запустится. С праздником всех! Мы уже не первый раз участвуем в таких проектах именно в этом саду, и в том числе и в районе, в Калининском. Надеюсь, что детям очень понравится. Вся наша команда старалась над этим фонтаном. Да, детскому саду 50 лет. И я обратилась с просьбой к замечательным людям, которые помогли нам восстановить фонтан. Мы хотим сказать спасибо за фонтан чудесный этот. Ваш подарок — радость детям, сказка лучшая на свете.